Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. Сегодня мы с вами будем рассматривать вот этот большой-большой вертолет, который предназначен специально для ловли динозавров, которые бегают в парке юрского периода. Вот тут даже показано, как ловят динозавра. Вот мы тоже его также будем ловить. Также здесь показано, как может выглядеть вертолет. Видите, три разных вида. И так можно собрать, и так можно, и так. Здесь вон пойманный динозавр, вон как они его везут. Мы тоже попробуем так же потом сделать. Здесь получается как кораблик уже, который плавает по воде, да, вездеход такой. Вот. А вот он сам вертолет, интересный какой, только маленький, как половинка его. Как играет мальчик, да, с этим вертолетом, точно так же будем играть и мы. Ну вот с другой стороны тоже точно так же показано, какую установку из него еще можно сделать. И так, и эдак, и вот так вот, очень многофункциональный вертолет. А здесь мы видим на картинке, как, посмотри, динозавр хочет напасть на вертолетик. А вот его пилоты, вот они фигурки пилотов, которых мы тоже увидим. Вот они управляют и ловят динозавров. О, здесь видим пушку, которая вот так вот стреляет. Посмотрите, как она стреляет. Нажимаем, фью, вылетает только оттуда. Торпеда. Или как правильно ее назвать, я даже не знаю. Но такой разрушающий снаряд. Также мы тут видим машинки из других серий. Это у нас получается пожарная машина и бластер. Фью, стреляет вот с этим. А тут водой. Фью. Это другие серии, последующие. Тут мы видим, как перевозят динозавра. Вот он такой маленький вертолетик получается из большого. Вот так мы перевозим. Видите, как везут? Это по воде. Это чтобы ездить по воде. Ну что, начнем потихонечку открывать коробку. Аккуратненько все вытаскиваем из коробочки. О, вот она, наверное, самая большая, наверное, часть. Вот на нее мы будем все собирать. О, это динозавр. Вау, 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 вау. Он бегает. Вот его, наверное, мы будем ловить. О, кабина вертолета. Это все вертолетовское. Это все для вертолета. О, машинка. Машиночка. Что еще здесь у нас? А здесь у нас, наверное, я так думаю, человечки. Ага, вот один. Это пилот. Потом посмотрим, какая-то костяшка. Здесь у нас еще один пилот. Вот он какой. И мелкие запасы. А, это для пушки. Это снаряд, наверное, стреляет, который. Это лопасти вертолета, которые крутятся. И вертолет взлетает. Вот вторая лопасть. Колеса. Это мы наклеим, когда соберем. Для красоты. Но и сама инструкция, по которой нужно будет нам все это собрать. Ну, сейчас мы разберемся со всем этим хозяйством и сделаем большой-большой вертолет. И начнем ловить динозавров. Сперва собираем колеса. Вставляем их. Чунк. Вот так они легко защелкиваются. Второй сюда. Одна запчасть готова. Вот, поставили пока колесики. Закрепим оранжевые штучки. Поставим эту серенькую хваталку на место. Так теперь выглядит. Ставим кабину. Заряжаем пушки. И вот так она выстреливает. Заряжаем с одной стороны и с другой стороны. Сюда ставим ракету. Вот такой вот получился у нас вертолетик. Эти у нас пилоты. Один здесь, другой здесь. Это пушки, из которой стреляет. А с этим будут ловить динозавра. Вот такой вот получился у нас вертолет. Вот один пилот, вот второй пилот на своей машинке. Это специальная штука, которая ловит динозаврика. Это пушечки, которые стреляют. Такие вот они. Вот он, динозаврик, которого мы будем ловить. Это его добыча. Один пилот здесь. И вот второй пилот. Вот они будут вдвоем ловить динозавров. А это пушки. Они с усыпляющими снарядами. Попадает динозаврик. Динозаврик засыпает. Потом его затаскивают сюда. Это специальная штука, которая ловит динозавров. Ее запускают, и она щелк-щелк-щелк-щелк щелкает. Специальное приспособление для поимки динозавров. Вот такой вот вертолетик. Это машинка, на которой пилот тоже может ездить, разведывать парк. Искать, когда будет искать динозавров, он сперва может ездить на машине. Искать их. Вот так он взлетает и летит. Мощный вертолетик. Ну а это наши динозавры. Мощные динозавры. Один динозавр, тринозавр, другой динозаврик, вон их сколько.
И самый злой динозавр. Вот это такой динозаврик. Вот они бывают разных цветов. Зеленый, серый, коричневый. У нас вон серенький динозаврик. Дино Чамберс. И вот такие вот. Вот такие они у нас монстры. Ищем динозавриков. Ищем динозавров. Ищем динозавров, летаем по юрскому периоду. Динозавры должны быть внизу. Если увидишь, сразу сигналь мне. О, да, я вижу. Внизу стоят динозавры, я вижу их. Ты видишь их, Макс? Да, я увидел их. Аккуратнее, кружись около них. Сейчас я буду готовить нашу установку для поимки этих динозавров. Аккуратно, держись, приземляемся. Все аккуратно, все. Молодец, отлично сел. Я тоже иду. Я тоже спускаюсь. Ну что будем делать? Да, вот не знаю. Давай тогда спецбригаду вызывать. Давай, сейчас я им открою дверь. Да, конечно, это вдвоем мы не справимся. Ты видел, сколько там динозавров? По-моему, было 4, но нам нужен только один. Тот зеленый. Тогда пошли за спецбригадой. Все, пошли. Аккуратно поднимаемся. Вообще такой крутой вертолет, даже лифт есть. Ты что, это последняя модель? Стоп. Такой классный лифт. Вообще круто. Ну что, я открываю дверь? Давай. Открывай пошире. Нормально? Нормально. Вот так вот нормально. Широко. Ребята, выходите. Идем. Привет, друзья, привет. Ну все, я закрываю дверь. Все вышли. Иду к вам. Аккуратно спускаемся вниз. Вот мы и внизу. Ну что будем делать? Мы не ожидали, что там столько динозавров. Нам нужен только один, который зеленый и с темно-зелеными полосками сверху. Только его берем. Остальные нас не интересуют. А что у вас за оружие? Это бластер со снотворным. Одна пуля, и любой динозавр засыпает на 4 часа. С ним можно тогда будет делать все, что захочешь. Очень сильное оружие. Отлично. Как раз то, что нам нужно. Ну что тогда, я поеду, кину им приманку. Давай только аккуратно. Все, я поехал. Ну что, а мы пока пойдем по местам. Давайте рассаживайтесь и смотрим внимательно. Каждый на свое место. Ну что, я готов. Я как увижу, сразу выстреливаю. И вот эта веревка вылетает, как гарпун. И сразу мы его ловим. Так что я смотрю в оба. Я тоже на месте. Если что, я нажимаю и запускаю ракету. Она тоже со снотворным. Так что все, ждем. Все на своих местах. О, отсюда все видно. Сейчас закладываем наживку и ждем. Так, ну что, Най, закинем тебя здесь. Все. Готовь пушку к выстрелу. Я готов. Огонь! Ура! Один уснул! Сейчас я второго из другого ружья. Стреляй быстрее, не тяни. Стреляю! Ура! Осталось только двоих еще. О, еще один идет. Еще один, но это очень здоровый, Ну что, мы готовы? Пушки заряжены. Готовы к атаке. Огонь! Стреляйте быстрее!
Ура! Мы усыпили троих. Теперь спокойно можем захватить того, который нам нужен. Ну что, остался последний? Так, сейчас будем его вычислять. Я его вижу. Да, я его вижу, он подходит. Так, Макс, ты готов там снизу? Да, готов. Ты мне отсигналь, я сразу выстрелю. И вот эта штука вылетит с веревкой и воткнется к нему в спину. И будем тянуть на себя, окей? Хорошо. Мы тоже готовы, на всякий случай пушки заряжены. Я наблюдаю отсюда. Все должно получиться четко, слаженно и красиво. Мы лучшая команда. Макс, стреляй! Всем внимание! Я стреляю! Есть! Ура! Попали точно в спину! Теперь все дружно тянем! Давай, тяни сильнее! Нажимай на рычаг, он сам сейчас вытянет! Цепляем ему кусачки, чтоб плотно никуда не делся! Вот так! Аккуратно поднимаем и загружаем. Аккуратно. Ну что, спасибо вам, ребят. Вы настоящий спецотряд. Подойдите к себе, сейчас будем взлетать. Ну ладно, пошли мы к себе тогда. Ну все, пока, если что, зовите. Ну что, будем взлетать? Давай, я думаю, пора уже. Ну что, взлетаем? Да, конечно, все, завожу. А если не поставите лайк?